запустил. Вот он. Нет, я его ищу. Твилай, Дезаман, Дюял, Дикий Дракон, Папун, Стикин, Раймон, Голд, Инанлайн. Вот Хворан, да, вот гостиня. Один зритель. Солдаты вступают в бой. Зачем нашу конфу скидываешь? Йони, что ли? Ну так я ж нашел уже. Один. Надо выключить звук. Что-то он не хочет выключаться. О, все, выключился. Я отвод пытаюсь сделать. Думаю, что демон будет баг фармить. Но тут появляется тема, которая дает мне делать отвод. Ну, Steam глючит меня. Пошли такие на морду главное. Как морда такая ушла. Во втором бою было так же, только со мной. Да. Ну я хоть смогу посмотреть, что они там делали. Яна за демоном детям он не принесет. Первая кровь. Да там можно очень часто отдавалась каннибабе, потом каннибаба пришла ко мне и убила меня с помощью сына. А потом я вернулся и сразу же убил. А ты в эту группу ты не скинешь, чтобы другие посмотрели тоже. Там, где мы типа собирались на слив талантов. Можно, наверное. Да, Сириса набежала, да. Печально было. Тогда. Домой. Мой, у нее было 2-11 просто в конце боя. Да. При этом у нее было 2-11 и было столько же прайма, сколько у Крю, которое было 7-0. Сына я хп ни тебя не осталось.
Да, она вообще без. Да, у тебя стрим значительно вперед идет, чем у меня. Или ты там задержку поставил? А, золотой мастер. Тогда он меня перефанул всего на 200 плей. Несмотря на то, что забрал дофига пака. Череда побед. Монстр повержен. Я не знаю. На каннибабе. Золотой мастер. Ага. Мне вот туда сумбикены маны нужен. Просто установишь строчку. Да. Мне тоже на маску. Чтоб я снял книжечку зеленую с пятой строки. А демон просто не гнобит меня, а просто пушивает паки вообще. Мог бы меня вообще спокойно загнобить и убить бы. Мастерство боя. Череда побед. Вот я только сейчас уже комбат на лыжи. Череда побед. Что пропустил? Превосходство. Золотой мастер. Нет. В смысле,
Не, нужно сначала кидать темное послание, потом делать плейкаст, а потом темное послание опять настакивается и еще раз темное послание. И демона забрал с помощью. Скрытое намерение. Это, которое нас унижает. Оно в КД уходит вместе с фантомом. Золотой да. Мастер. Я скоро демона заберу за плейкаст. У меня там три активки. Мастерский контроль. Мастерский контроль. Череда. Какой? Убийство демонологи? Я один раз вместе с комбатом, а потом соло. Да. Ну а потом дальше еще буду забирать. Мастер. Не, восхождение это не машина без места. Так, а не баба пришла. Мастерство боя. У нее еще дальность атаки выше, чем у всех миличников. Пять у нее вроде. Ну раньше пять. Да, пять. Так они забезут меня. Сейчас смотри, короче, на меня я скоро должен буду сделать дабл килл. Череда побед. Да, плейкаст. Ты видел? Я просто с инвиза подошел, они меня не увидели. Выучил свой инвизик и убил. Ну так она разумная, ты видел внутри ее вообще? Видел? Если бы она стримила, было вообще, но она не стримила. Thank you.
Мастерский контроль. Ну, так можно все леса фанми. Какой? Погоня. Череда побед. Двойной удар. Погоня. Маска. Какая у тебя минута? Какая минута, говорю? 20-20. Мастерский контроль. Череда побед. Череда побед. Так она разумная, поэтому засыпали там. Не понимаю, не знаю, место. Зато она дамажит, блин, больно очень. Монстр повержен. Двойной удар. Погоня. Череда побед. Первый штурм. Мастерство боя. Контроль. Череда побед. Ха-ха-ха.
Так, ну какая у тебя сейчас минута? 20-25. Ой, почти догнал. Не, там на стиме отличие у меня куда более больше, у меня стим глючит, поэтому я запустил свой диплей и ускорил его в 4 раза и догоняю тебя. Ну так я ему позволяю, вроде как. Удачная охота. Так, какая у тебя минута? 22-9, ну вообще, блин, вообще. Блин, я замедлил воспроизведение, но оно все равно ускорено. Что-то бред какой-то. Так я смотрю, я говорю, я это замедлил воспроизведение на этом, на плей, и он все равно ускоренный почему-то. Знаешь, все анимации просто проходят очень медленно, но при этом все двигается очень быстро. Да. А у нас комбат качался. Контроль.
Ну, нормально. Я прям чувствую то, что я каннибаба просто. Догоняю всех, никто от меня убежать не может, убегаю от всех. Ну все, может победить, я смотрю. Клёвый? Ну да, клёвый неплохо. Ну заклинатель, ты еще пробив нужно.